Привет всем гостям и постоянным зрителям канала Лариса Косметолог. Я снова с вами, и в сегодняшнем видео я хотела бы показать свою новую посылочку iHerb. Если вам это интересно, то оставайтесь со мной и желаю вам самого приятного просмотра. Коробочку я уже вскрыла, однако что-то внутри толком еще не успела посмотреть. И думаю, ну по традиции надо это сделать вместе с моими любимыми зрителями. Самое первое мне выскакивает вот такой вот витамин. Называется Immune 4 от California Gold Nutrition. Здесь у нас в составе витамин С 500 мг, витамин D 25 микрограмм, это 1000 единиц, цинк 10 мг и селен 100 микрограмм. Это в одной капсуле. Этот комплекс великолепно подходит для профилактики разных ОРВИ и прочих инфекций. И также во время лечения можно его пить. Если нет никаких других витаминов, то тогда в дозировке и 2 капсулы в день. А так суточная доза 1 капсула в день. Так, следующее это у нас тоже из сезона гриппа простуд. Хоть сейчас уже и весна, март месяц, коронавирус я пережила, правда, не сказать, что прям совсем без потерь. В плане моего здоровья относительно все неплохо, но, к сожалению, потеряла близкого своего человека, своего папу, но не чисто от коронавируса, а от его осложнений, которые повлияли на сердечно-сосудистую систему. Это тяжелая тема, поэтому я, собственно говоря, в платке снимаю видео. Потому что у меня еще траур. Уже прошло больше 2 месяцев, но рана все равно еще очень тяжелая. Хотя я не рыдаю, не плачу. Я понимаю, что это, ну, такой исход, такова воля Всевышнего. Но все равно, конечно же, очень грустно. Так вот, этот концентрат нутрибиотик я раньше заказывала в чуть меньшем размере флакона. Он у меня до сих пор еще не закончился, но уже на исходе, потому что в момент разных простуд, первый момент, буквально с первых часов можно его принимать, и также и для профилактики. Это экстракт косточек грейпфрута. В российских аптеках есть нечто наподобие, но все-таки я решила заказать на iHerb. Мне кажется, что это действительно выгодное предложение. Там есть еще и побольше упаковка. Он, в принципе, вот такой упаковки, наверное, на всю семью, на год точно должно хватить. И детям тоже я его даю, но поменьше доза. А взрослым за раз где-то 10 капель можно добавлять даже в теплый чай. Следующее, что я заказала, это моя любимая омега-3 от California Gold Nutrition. Премиальный рыбий жир, 240 капсул. Норма для взрослого человека 2 капсулы в день. Эту омегу уже пью несколько лет, очень ей довольна, постоянно пополняю ее запасы. Если нет наличия большой упаковки 240 капсул, можно взять 100 капсул. Чуть-чуть дороже себестоимость, но в принципе тоже весьма неплохо. Следующее, что я заказала, это омега-3 для детей. В данном случае у нас с лимонным вкусом. В прошлый раз я брала с клубничным. Я думаю, мой младший сынок, который видел тут всегда клубничку, он это обратит внимание. Но надеюсь, что вкус будет такой же приятный. Это достаточно большая упаковка. Здесь у нас 237 миллилитров. Если вы будете давать на протяжении минимум 2 недель подряд, то дети ваши, даже самые капризные, привыкнут к этому вкусу. Нужно просто им объяснить, что это очень полезно и очень нужно. И без этого, например, никаких десертов сегодня не будет. И тогда они начинают пить его, ну, запивают просто водичкой, и все отлично. Очень советую. Nordic фирма достаточно известная на iHerb, много положительных отзывов, и эффект мне тоже очень нравится. Предпоследняя вещь в моем заказе – это жидкий витамин D3 и K2 в форме МК7 от Now. В одной капле здесь содержится витамина D3 500 единиц и витамина К2 20 микрограмм. Суточная доза для взрослого человека, такая минимальная лечебная, скажем так, это 5 капель, то есть 2500 единиц витамина D3 и 100 микрограмм витамина К2. Для детей, соответственно, тоже можно использовать, просто правильно дозируя столько, сколько вам нужно. Ну, минимум это, наверное, 1 капли, а так можно 2 или 3, в зависимости от возраста и от уровня витамина D, разумеется.
Чуть-чуть есть маслянистая текстура, чуть-чуть хвойный привкус, но мне кажется, вполне неплохо. В принципе, детей тоже можно приучить его принимать. Я, конечно, больше люблю в виде липосомального спрея от той же марки Now, но его уже последние более чем полгода нет в наличии. Я не могу его заказать, и даже аналогов нет в наличии, поэтому приходится довольствоваться этим. Однако, я в предыдущем своем выпуске iHerb показывала, что я также от фирмы My Kind Organic, который выпускает Алисия Сильверстон, заказала спрей витамина D3. До него мы еще не дошли, но уже скоро начнем его пробовать, когда допьем другой витамин D3, детский в капельках с пипеткой. Но этот очень удобно для всей семьи. Можно в поездку один вот этот флакон, допустим, взять и вот такой вот. И, в принципе, этого будет достаточно. Ну, к примеру, поездка на море или еще куда-то на отдых, чтобы много таблеток, сиропов для всех не везти. Это как бы универсальное для детей и для взрослых. Самая последняя вещь в моей коробке — это вот такие леденцы. Я уже больше года, по-моему, их не заказывала для детей. Там есть варианты очень большой упаковки. Здесь у нас 20 леденцов с разными фруктовыми вкусами. Здесь органический тростниковый сахар. Как бы минимум вреда для детей, но лучше не злоупотреблять. В дороге хорошо отвлекать детей, но стоит им один раз попробовать, они начинают просить еще и еще. Я стараюсь не больше одного, максимум двух леденцов в день. Вот такая вот история. А леденцы, которые продаются в наших магазинах, в аптеках, я стараюсь вообще детям не покупать. Говорю, папа запретил, и все. Папа действительно наш запретил эти все леденцы. И определенно они неблагоприятно влияют на состояние зубов у деток. Всем привет! Сегодня у меня очередная распаковка по ссылке сайта iHerb. Я не удержалась только, что уже раскрыла коробочку, но давайте теперь посмотрим вместе, что же здесь у нас есть. Сверху мы видим целых 3 пачки соды для выпечки, baking soda. Я раньше уже заказывала соду данной фирмы именно для выпечки. Но последние уже месяца 2-3 я принимаю соду, гашеную кипятком, в размере чайной ложки соды по утрам. И также приучила я к этому своего супруга. Чувствую себя действительно лучше. Желудок практически никогда уже не беспокоит. Вот. Но обычную соду из магазинов я чуть побаиваюсь пить, так как в советское время она была очень очищена. Сейчас уже ГОСТ сменился. А вот это стоит 200 рублей, но со всеми скидками, промокодами и прочим. И то, что я заказала, вот 3 штуки, мне вышло примерно по 170 рублей за 453 грамма, что очень выгодно. Сода тоже американская, но другой фирмы. У нас в России продается примерно тот же объем за 450 рублей, поэтому с Америки заказывать выгоднее. Также из товаров, которые у меня здесь повторяются в двойном экземпляре, это детская омега-3 от California Gold Nutrition. Омегу-3 для детей я заказываю или этой фирмы, или чуть большего размера флакон заказываю от Nordic. По цене выходит примерно одинаково, но в данном случае я заказала уже не для своих деток, так как им в прошлый раз большой флакон заказала от той фирмы, а на подарок для наших родственников. Пробиотики Lacto Beef от California Gold Nutrition высокой дозировки, 30 миллиардов бактерий на одну капсулу. Но я купила еще одни пробиотики, на них была скидка, здесь целых 60 миллиардов от другой фирмы Daily Probiotics. Но что я хочу сказать, если вы раньше не привыкли пить пробиотики, ну или пили максимум там 2, 3, 1 миллиард, то сразу к таким приступать нельзя, потому что организм будет не готов и может случиться расстройство или другие неприятные симптомы. Лучше жидкий витамин D3 для младенцев от California Gold Nutrition, тоже он идет на подарок. Теперь вот такая антивозрастная сыворотка с пикногенолом от Азелик. Серум Дипити. Буду пробовать. Вот так выглядит эта сыворотка. Здесь 30 миллилитров. И взяла еще один пробничек сыворотки. Только теперь не с ретинолом, как раньше, а вот с витамином С.
Вот, с ретинолом мне сыворотка данной фирмы Art Naturals понравилась. Также корейский солнцезащитный крем. На него был хороший отзыв от блогера Оси. G9 Skin. Здесь у нас, по-моему, SPF 50 молочко. Для мамы антивозрастной крем. На него хорошие отзывы. Он не очень дорогой. Значит, питательный такой крем с коллагеном от Mason Natural. И для нас с мужем не первый раз заказываю шампунь от Petal Fresh. Это для объема с розмарином и мятой. Это все. Коробочка уже пуста. Это были все мои последние покупки iHerb. Если вам это видео понравилось, пожалуйста, ставьте лайк, пишите комментарии, подписывайтесь на мой канал и включайте колокольчик. До встречи в новых видео. Всех люблю, целую, пока-пока.